Каждый понедельник и четверг с 18 до 19.00 я создаю турнир и пароль вместе с хэштегом сбрасываю в чатике Палринга. Кроме всего прочего, в этом же чате я отвечаю на ваши вопросы целый час. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Аурум, и сегодня речь пойдет о чуваке с ником Spirit of Light, это мой соклан, и он играет супер непопулярными картами, это бревно и арбалет. И действительно, я считаю, что бревно самая слабая легендарная карта на данный момент в игре. Это правда, это мое личное мнение, в принципе, многие так думают. По поводу арбалета, ну, хотя опять же, вот сегодня мы докажем немножечко обратное по поводу бревна. По поводу арбалета, многие считают его самой говёной картой. Арбалет является не супер популярным, но опять же, когда мы встречаем арбалет на поле сражения, то часто просто не помним, что же нужно с ним делать. Итак, у него вот такая вот колода. Еще пару слов по поводу ледяного мага третьего уровня. Колет он глаз, правда колет. Сильная карта в этой колоде. Посмотрим, насколько будет она сильно влиять на исход поединков, потому что еще один очень важный момент. В конце сезона, вот он набрал 4064 кубка. И суть в том, что я видел этот лог, но не успел записать, где у него полностью все бои были, начиная с 3600 кубков до 4000 кубков, были с помощью именно этой колоды. И, к сожалению, у меня не было времени это записать, поэтому записываю уже в конце сезона. Покажу вам лог. Покажу вам полностью лог. Вот мы видим один день 6 часов назад, и у него, в принципе, одинаковая колода. То есть он играет карточки именно ей. Эпического лога, к сожалению, не могу, блин, показать, но поверьте мне на слово, чувак за вечер этой колодой с 3600 поднялся до 4000. Ну, не за вечер, там, по-моему, за 10 часов получается вот именно в таком ключе. И видим, кстати, где-то он здесь спарки вместо бревна ставил, тоже победил. Ну, в общем, короче, вот такая фигня. Еще недорассказал по поводу ледяного мага. Ледяной маг, ему повезло несколько раз его купить в магазине, то есть он задонатил реально на ледяного мага или накопил, я в общем не знаю. То есть он у него получился третьего уровня, хотя третьего уровня даже у меня нет. Ну что ж, давайте смотреть его реплеи, как он играет, что он делает для того, чтобы настолько, блин, сидеть на 4К с арбалетом и бревном, тупо двумя, казалось бы, говёными картами. Давайте начнем с этого реплея. Реплеи некоторые я смотрел, некоторые не смотрел. Вот этот, в частности, буду видеть, как и вы, в первый раз, поэтому не подготовился чё да как. Мы видим здесь Пеку. И прокачка карт, конечно же, намного круче, чем у него. Но у него, опять же, есть ледяной маг третьего уровня. То есть было бы идеально для меня, для видео, чтобы он был первого уровня. И я уверен, что Spirit of Light тащил бы и с первым уровнем ледяного мага. То есть, в принципе, можете следить, как он играет. И колода, в принципе, реально найс. И, ну, давайте вместе смотреть. В общем, понятно, выставляется Инферно против Пеки. Ледяной маг не кисло сдерживает это все дело. Бревно тоже сейчас, после прошлого обновления, пихает и Пеку. Поэтому так прикольно смотрится, когда бревно летит на Пеку, и Пека, в общем-то, отскакивает назад. Три мушкетера, само собой, три мушкетера. Готовится ледяной маг. Так, стражи, и вот здесь, конечно, провтык небольшой мог бы быть, но бревно позволяет оттолкнуть все войска, и буквально совсем чуть-чуть он теряет хп своей левой башни, то есть, в принципе, несущественно. Коргик, ну, видим, что его соперник жестко его прессингует, очень жестко прессингует, но, блин... Мы-то знаем, что Spirit of Light выиграет этот поединок. Мне интересно только, каким образом. 1100 хп у него уже остается. Готовит он ледяного мага. Когда же он будет арбалет все-таки вытаскивать? Я вот предвкушаю, как это у него, блин, происходит. Ну все, отдефился. Вот, он настроился на арбалет. Ставится арбалет все-таки. И вот он, арбалет агрится. Арбалет агрится на башню. И просто давайте прикинем, сколько же арбалет сумеет нанести урона. Видим Пека, так, Инферно.
Ледяной, да, маг обычный сагрился на арба... Ребятки, 2000 хп забрал арбалет 4 уровня у башни. То есть вот один раз сагрился и все, и просто вообще, вообще, блин, найс. Стражи в связке с ледяным магом, контрится мушкетеры, еще выбрасывается рыцарь. Опять арбалет, а чувак почему-то нет, успел он, видим, что успел он выставить Коргигаб, то есть против арбалета и мортиры Коргиг это самая идеальная фишка, потому что он толстый и потому что он может с расстояния тоже не кислого бить, но почему-то чувак выставил очень близко к линии своего Коргига, не самый лучший поступок, но опять же он нервничает, понимаете? Так, 630 хп остается на башне у Spirit of Light. Если бы я смотрел в онлайне, подумал бы, что он проигрывает. Но мы видим, вот, Пеку успел выставить. Арбалет опять агрится на Пеку. Тут Инферно и Мухи. Раз. И вот, понятно. Вот оно. Вот оно. Арбалет уничтожает все, что там было. То есть с помощью Инферно уничтожается Пека. Арбалет агрится на башню. И вау. Ну, прикольно, прикольно. То есть буквально, вы заметили, буквально два раза агрится арбалет на башню, башни нет. Так, ну с тяжелой колодой мы, в принципе, посмотрели, как это работает. Теперь давайте посмотрим, как это работает против легкой колоды. Итак, в колоде соперника есть 4 легендарки, но все они такие меленькие. То есть, в принципе, колода очень облегченная. Есть шахтер, есть гоблины, мини-пека. То есть чувак будет реально пытаться шахтером что-либо сделать. И давайте просто прикинем, как это все будет происходить. Понятное дело, шахтер на сборщик. Здесь он контрится вообще без проблем, очень быстро выбросил стражей, то есть помешал шахтеру. Ну, конечно, прикол здесь в том, что арбалет, по идее, намного легче выбросить и намного легче затащить, когда в колоде у соперника нет тяжелых таких каких-то юнитов, которые будут танковать против арбалета. Плюс у соперника нету дефа, но с другой стороны, соперник очень быстрый, нужно очень, вот видим, гоблин практически подбежал к башне, нужно очень быстро реагировать на его нападки, потому что, ну блин, он просто съест башню вот такими вот шахтерскими вылазками. И вот готовится ставить арбалет, он его поставил, и пам-пам-пам, здесь мы видим, все, пошла тяжелая артиллерия, которая у него есть, это мини-пека, это ледяной маг, и все, да, ну съели арбалет. То есть в этом случае нужно против арбалета бросать все, что у тебя, блин, есть в колоде. Всю мелочь, всю шваль не дать ни в коем случае арбалету сагриться. Опять мы видим, что бой Spirit of Light начинает в минусе по хп. То есть опять у него 1500 хп на башне. Причем соперник не тронут. И вот что это было. Соперник затупил, арбалет сагрился на башню. То есть опять мы видим, что, блин, что арбалет умудряется сагриться на башню. И вот. Ну и опять мы видим, 1938 хп остается на башне соперника с одного захода арбалета. Прям очень даже найс. То есть вы понимаете, что в данной колоде арбалет играет не просто роль, как знаете, как для красоты или как мортира играют, что мортира не всегда наносит основной урон. А здесь вот второй реплей подряд мы видим, что арбалет здесь реально наносит основной урон по башне. То есть колода действительно, ну, имеет право на жизнь. И арбалет вот второй раз, он сагрился, 300, вот. Башни нет. 20 секунд остается до конца, я просто офигеваю. Конечно же, у Spirit of Light тоже остается 694 хп, но отдефаться сейчас просто дело чести. Так, ну 4 секунды, в принципе, даже если бы время чуть-чуть больше было бы, не успел бы соперник съесть башню. Так, ребят, что делать с гончей? Здесь мы видим гончу. Нам хочу рассказать секрет запу соперника 13 уровня. Яд 6 уровня, то есть, ну, запакованный так очень даже неплохо. Мы видим, сразу выпускает гончу. К сожалению, Spirit of Light с другой стороны пошел ледяным магом. Было бы неплохо, конечно, если бы он вышел на гончу. Но готовит он Инферно. Само собой, в колоде у него есть Инферно. И сейчас будет дико сопротивляться гончей.
Варвары, видим, 11 уровня. То есть странная прокачка у Педофетидо. Боже, что за ник, ёпта, Педо. Короче, этот Педо, в общем-то, очень странная у него прокачка. Я же завтыкал, когда его ник увидел, Педо, блин. Да, Европа это нормальная, или Испания, ладно. Я, короче, опешил прямо от его ника, Педофетидо. Короче, просто у него зап 13 уровня, а варвары 11. То есть такая какая-то неравномерная прокачка. Наверное, клянчил зап с самого начала игры у Соклана в виде доната, поэтому так как-то неравномерно прокачался. Мы видим, что Spirit of Light... Вот он, арбалет. И прям идеально поставлен, в то время как соперник потратил абсолютно весь эликсир на гончу. Агрится арбалет на правую башню. И сейчас всеми силами пытается Spirit of Light защитить свой арбалет. Вот, да, даже Шахтера завязал соперник, потому что боится, видит, что все, башни, блин, нет. 980 хп остается на башне. Инферно сейчас вот-вот поставится. Мы видим и... Вот она, Инферно поставилась, все найс. Все найс. Так, отлично. Все, что нужно сделать сейчас, накрыть стрелами и... Блин, ждет он других мух. Да, пришлось ему подождать остальных мух, хотя не знаю, насколько правильно он это сделал, но видим, что 1300 хп остается, то есть разменялись они так очень даже не кисло. Опять же, соперник 11 уровня, у него башни потолще. И вот этот неожиданный шарик. Ну, шариком очень легко, если в колоде есть ледяной маг, а если ледяной маг, как у Spirit of Light 3 уровня, то вообще изи, поэтому налегке справляется с шариком, без никаких проблем, но, опять же, на башне остается уже 945 хп, но, ха-ха, арбалет агрится опять, я просто хлопаю в ладоши. Конечно, блин, трэш, вот надо как-то выжидать тот самый момент, 16 секунд до конца остается, забирает он башню соперника, соперник, наверное, вареный, его ломанул арбалет, конечно, жалко. И последний реплей, который я хочу сегодня вам показать, он будет против достаточно быстрой колоды, против распространенной колоды. Это Хог, Мини-Пека, Ледяной Дух, Яд. Ну, Запс, Мушкетер, короче, вы поняли. В принципе, многие встречали эту колоду. Я, в общем, сейчас как пытаюсь ей играть. Вот, она без легендарных карт. А нет, вру, наверное, там есть Шахтер. Нет, или здесь нет. Нет ни одной легендарной карты, но она очень сейчас распространенная и, в принципе, тащит. Мне интересно посмотреть, каким образом арбалет будет противостоять этой колоде. Мы видим, что чувак задефился. Единственный урон, который ему нанесли, это был яд. Ставится арбалет. И вот соперник тупит. То есть реально он тупил, он увидел арбалет и 2 секунды думал, что с ним делать. И вот бревно. Обратите внимание, как сейчас вообще очень сильно помогло бревно. Если бы не бревно, а что-либо другое, наверное, арбалет не смог бы сагриться на башню. А так реально юниты были... То есть их оттолкнуло сначала, потом в итоге нанес какой-то определенный урон, и именно с помощью этого смог законтрить Spirit of Light и при этом нанести урон. Ну и рыцарь. Рыцарь тоже сделал свои несколько плюх, то есть очень качественно 2000 минус хп на башне соперника. Точнее, вру, 1000 хп. Соперник тоже играет, в принципе, от дефа, поэтому не спешил он нападать, но в то же время выбросил Валькирию и подумал, почему бы не зайти Хогом. Хог с помощью Инферно контрится вообще на изи. Сейчас опять Spirit of Light ставит арбалет, сейчас он опять попытается сагриться. И вот мы видим, агрится на Мушкетера, выбрасывается Ледяной Дух непонятно зачем, точнее, понятно, он был брошен специально, чтобы арбалет заморозить, но арбалет в итоге агрится на башню с помощью запа. Он перенаправляет цель, но все равно агрится на башню. И, блин, да, ребят, у соперника просто не хватает карт, с помощью которых либо законтрить арбалет, либо же с помощью которых можно его на себя сагрить. И это, конечно, минус. То есть такие легкие облегченные колоды могут действительно не кисло страдать от арбалета.
Причем, само собой, чувак скилловый, ибо у него мы видим, что рарки 8 уровня, то есть я имею в виду соперник, рарки 8 уровня, команки у него есть 10 уровня, то есть он действительно скилловый, просто он правда не знает, как играть против арбалета, потому что видит его один раз на 100 случаев. Именно это, эффект неожиданности, позволяет Spirit of Light так круто расправляться со своими врагами. Ну, в общем, надеюсь, эта колода вас заинтересовала, может кому-то пригодится. Опять же, не думаю, что прямо она всем подойдет и все будут ею играть, но мне, в принципе, кажется, она имеет право на жизнь, потому что я правда, я вам, блин, клянусь, я видел лог, в котором у чувака было 3600 кубков, а буквально через 11 часов он набрал 4000 кубков, поэтому это прям очень вообще круто, может кому-то она пригодится. В общем, как-то так, с вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачки, ребят, пока!